течение лета Химспас приводил в порядок водоемы городского округа. Очистка прудов в первую очередь проводится в целях противопожарной профилактики. В случае пожара спасатели набирают воду для тушения из водоемов, поэтому так важно обеспечить беспрепятственный доступ к воде. Чистят не только воду, но и территорию вокруг водоемов. За раз сотрудники Химспаса вывозят от 3 до 10 тонн мусора, в том числе ил, перегной и ряску. Такая масштабная очистка водоема в микрорайоне Клязьма-Старбеева проводится впервые. До этого момента местные жители наводили порядок своими силами. В 96 году, когда пересох пруд, мы его почистили, своими силами. Тот перегной, который был на дне, мы все перенесли и перевезли на участок. Уже завершены работы по очистке 20 пожарных водоемов на территории микрорайонов Сходня, Ферсановка, Новогорск и Клязьма-Старбеева. Химспасу осталось очистить лишь один водоем. Все работы завершат уже в сентябре.